Дорогие друзья, от имени Парламентского собрания Союза Беларуси и России, от Постоянного комитета Союзного государства приветствую организаторов, участников, гостей гражданско-патриотической смены кадетских школ России и Белоруссии под девизом «За честь отчизны». Исторически сложилось так, что суворовцы, кадеты, нахимовцы пользуются огромным авторитетом и уважением среди наших народов. Но авторитет, уважение они заслужили и потом, и кровью. И я уверен, что каждый из вас вырастет достойным гражданином своего Отечества и приложит силы, все силы для построения нашего союзного государства. Как ветеран войны в Афганистане, я хочу сказать, уважаемые друзья, цените то, что вы живете под мирным небом, что у вас есть возможность встречаться, дружить, общаться в этом славном лагере зубрёнок. 21 регион на каждой страны представлен здесь. И можно сказать, что 21 регион подружились между собой. И, конечно же, я хотел бы сказать огромное спасибо руководству этого лагеря, бессменному руководителю Надежде Геннадьевне. Я прошу вас сюда ко мне подойти. От нас маленький сувенир. Аплодисменты Надежде Геннадьевне!